Но самое главное, на мой взгляд, это вот нельзя сказать, что вот я сейчас сяду и буду практиковать яму-не-яму. Да? Если вы пришли на коврик и начали делать асаны, да, вы можете сказать, я сейчас приду на коврик и начну делать хатха-йогу, асаны. Вот нельзя прийти и сесть, я сейчас буду практиковать яму-не-яму. И вот так вот сесть и практиковать усиленно. На мой взгляд, самое важное, просто постоянно об этом помнить. То есть постоянно поддерживать в себе внимание и бдительность. То есть с помощью внимания постоянно помнить, контролировать то, свои какие-то действия, мысли свои, то есть. И постоянно быть начеку, то есть следить, а не увлеклись ли мы опять вот этой вот игрой эго, которая нас куда-то ведет, куда его направляют внешние какие-то разные факторы, а они очень хорошо им управляют. То есть эго очень хорошо ведется на разные вот, там появилось что-то модное, оно туда сразу. Появилось что-то там, еще что-то, оно сразу туда. Вот, мы за ним бежим. И важно постоянно быть начеку и помнить о том, что есть такие вот вещи, без которых невозможно адекватно эту жизнь прожить и дальше двигаться. Это может быть не так легко, но постепенно очищая и тело, раскрепощая, очищая ум, свое сознание, мы сможем позволить в себе больше думать вот об этих вещах, да, и наоборот меньше думать о каких-то отвлекающих. Причем это можно делать всегда, это можно делать постоянно. Для этого не обязательно уединиться в комнату, да, сесть с скрещенными ногами. Яму-не-яму можно и нужно практиковать в обычной жизни, где бы вы ни находились, в любых условиях. То есть быть честным, быть добрым, хотя это может и очень нелегко быть в текущих условиях, да, когда вокруг вас, например, ну, на той же работе, все как бы только и думают, как бы себе сделать. Вот это может быть нелегко. Просто обращая внимание об этом и памятуя о таких вещах, это можно делать постоянно, везде, и как раз это и для нас и нужно, это и есть наш путь. То есть не как бы уходя в леса, как бы не бросая ничего, вы можете реализовываться там, где вы находитесь, именно в том пространстве, в том месте. То есть, как говорится, еще от себя не убежишь. Или там, где родился, там и пригодился. То есть, где мы вот есть, функционируем, мы там и должны изменяться, сами изменять вокруг пространства.